Итак, господа, нас ожидает следующий бой в весе до 84 килограмм. И приглашается в синий угол октагона представитель Таджикистана. Номер 3 в рейтинге нашей лиги. Встречайте, Халим Рамонов. А мы приглашаем в красный угол октагона представителя из России, Ислам Картлыков. Да, Рамеш, думаю, ты прав, он определенно выше своего соперника. Да, на 20 сантиметров, вот мы с вами сейчас видим статистику, на 20 сантиметров он выше Алима. Но посмотрим, чем это закончится. Желаем удачи обоим бойцам. И начинается встреча. Занимает бойцы центр октагона. Хороший финт. Хорошее попадание от Алима. Пропускает, пропускает правый прямой. Алим пропускает. Ноги идет вперед. Очень сломя голову, Алим идет вперед. И видно, что... Немного... Да, очень, очень хороший бокс у Ислама. Пользуется он длиной своих рук. И, конечно, нужно Алиму переводить эту встречу вниз, потому что очень... Ой, мы видим, как сильно, сильно идет кровь у Алима, очень сильно идет кровь. Мне кажется, рефери должен остановить бой для того, чтобы посмотрели врачи. Да, там довольно обильное... Кровоизлияние, да, нужно, нужно остановить, мне кажется, рефери эту встречу для того, чтобы... Да, мне кажется, тут секунданты должны подсказать рефери, но тем не менее проводит, да, удары, очень... проходит... Нужно, ну да, 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 конечно. Врач в октагон зайдите. Очень много крови. В октагон. По-моему, сломан нос у Алима. Очень много крови пропустил. Рефери, подойдите к главному судье. Врач в октагон. Оказывайте медицинскую помощь. Все правильно сделали. Все правильно сделал судья. Даже немного позже, чем рефери, нужно было. К главному судье. Даже немного поздно, чем нужно было, потому что, ребята, самое главное — это здоровье. Самое главное – здоровье. И, как мне кажется, при таком обильном кровоизлиянии у него явно сломан нос. И имеет ли смысл продолжать встречу в ущерб себе, своему здоровью, я не знаю, очень сложно говорить. Ну, сам Халим, конечно, расстроен очень сильно. Он хотел продолжать бой. Да, он... И особо причины не было до остановки. Рефери заметил ряд пропускающих ударов бойца синего угла в лицо коленом. Соответственно, остановил поединок и присудил победу бойцу красному углу техническим нокаутом. А, даже так. Даже так. Победу техническим нокаутом. Вообще надо было останавливать. Итак, господа, на первой минуте 3 секунде техническим нокаутом одержал победу Ислам Картлыков, Россия. Присуждают победу техническим нокаутом Картлыкову Исламу. Очень неоднозначная победа.